28 мая 2024 года. Идет 19-й день наступления на Харьков. Сейчас только что посмотрел видео на Ютубе свое же. Называется 2-3 недели. 7 мая 2024 года. То есть за 3 дня до начала этого так называемого наступления. Я там говорю, что харьковчане, земляки, там не переживайте, не будет никакого наступления личного состава на Харьков. Если рыбнется этот личный состав, то там, где он рыбнется, там он и останется. Ну, в общем-то, так оно и получилось. Они все-таки рыпнулись, и это хорошо для украинской армии, потому как, ну, там перемелется немерено народу, уже перемололось российского оккупационных войск. Ну, понятно, что вам не шибко от этого весело. Ну, в общем-то, я просто хочу подчеркнуть, что уже тогда было понятно, 7 мая я говорил о том, что, ребята, посмотрите, я там на Гильрустам ЗДС ссылаюсь, говорю, что вот у нас идет наращивание вооруженных сил, то есть нам поставки идут все больше и больше, а у россиян это все, ребята, вы видели, на мотоциклах, как они атакуют, их-то просто очередь по-бобу с бедра срезают, пацаны. У нас тоже тут подработано, тоже на мотоциклах, блин, красавцы. Ладно, неважно. То есть, смотрите, сейчас уже атакамсы накрывают С-400 вот это одним залпом, блин. Загоризонтные радары расхренячили. И опять же, тогда, вот это 2-3 недели, приятно, когда пересматриваешь и видишь, что ты прав оказался. Ну, я говорил о том, что, вернее, Рустам Агильзаде там говорил, Агильрустамзаде, что к сентябрю уже наши силы уравняются. Но дело в том, что я 1 мая это говорил, что наш вверх идет, а у россиян уменьшается потенциал. И уже к концу этого года, я говорил, увидите перемены на линии фронта, то есть, что сложится в нашу пользу. 1 мая это говорил, да. Говорю, а серьезные перемены начнутся с мая, с июня. Уже с мая, с июня, то есть разговор был 1 мая, запись делал. Я говорю, в основном в июне, но может быть уже что-то и в мае. Ну вот в мае что, я же говорю, за горизонтом уже расхренячили 3 штуки, да? Это серьезное дело, это правда очень серьезное дело. Это, извините меня, блин, предупреждение о ядерной атаке. И если мы уничтожаем уже такие объекты, там на расстоянии 1800 километров от Украины. Это большое, это... Ждем, когда придут F-16, и тогда и харьковчанам будет полегче. Потому что, опять же, 1 марта, по-моему, я говорил, или 7, что ну, когда придут эти F-16, первое, чем они займутся, это не линию фронта обрабатывать, а вот именно с этими кабами бороться, с их носителями. Потому что они, конечно, кровушки нам попили немерено. Эпицентр этот возьмите, да и на поле боя они. Я же говорю, и по мне это прилетало, я знаю, что это за хрень, блин. Ну, в общем, ждем. А сейчас, ну, видите, как Путин взялся. У меня предположение вышло о том, что он так за нашу первую столицу, Харьков, первая столица Украины, правда ж? Да, харьковчане. А он-то сам из Питера, этот вялый гном. Это первая столица Российской империи. Да, первая столица России, это Санкт-Петербург. Он, ему, наверное, досадно, что Харьков, первая столица Украины, старше, чем Санкт-Петербург, первая столица России. Ну, правда же, досадно, да? Харьков 1654 года основания, а на 50 лет позже только Санкт-Петербург основали в 1703 году. Такой вот, бля, нафиг. Старший у нас брат, бля. Даже первая столица за 50 лет младше. Я уж про Киев не говорю. Киеву 1500 лет, помните, да? Ну, я помню, я в Советском Союзе жил, марка была. Киеву 1500 лет.